Офисный дресс-код уже не настолько строг, как это было принято раньше. На работу вполне возможно надеть связку браслетов или аккуратное ожерелье. Чтобы простое платье казалось строже, его пору повязать поясом. Так оно будет выглядеть более деловым. Несмотря на то, что в нынешнем сезоне невероятно популярны маленькие сумочки, в магазинах представлено достаточно много красивых моделей средней величины. Главное, что нужно знать, выбирая сумку в новом сезоне, она не должна быть черной. Благо, в этот раз дизайнеры предлагают большое количество цветных моделей из разных материалов. Это вот тент от грузовика. Это ремень безопасности на машине, которая попала там в аварию, которую утилизировали. И внутри здесь тоже все из тента, но из обратной стороны. И это не грязная, она и не состаренная специально. Она вот такая вот просто бэушная. Это настоящие тенты. Мне эта политика очень нравится.